Брякс. Рубрика «Иринкина распаковка». Вот дура, скажу, да? Вообще ненормальная. Я соглашусь с вами. Вот такие стелечки мы купили. Я сейчас их буду вырезать потом. Какие-то они прямо вообще были такие. Сейчас мы их тут ковырнем. Подождите. Не уходите. Вот такие вот они. Вот их вырезать надо. Какой стороной куда ложить? Вот так-то верно. Да ведь? Разберемся. Это чтобы ноги у меня не мерзли нахер. Так, погнали, да. Вот это надо сразу же на помойку. Дай бог, нас полупает. Так, мы купили сапоги. Мелкий уже отдельно сделал свое дело. Со своими сапогами. Он коробка на печке стоит. Вот. Так, Заринка, иди мерить сапоги. Ой, это Сабринкины. Подожди. Сабрина! Иди мерить свои кеды. Заказываем. Вот. Хотели черный взять с белым. Ну, размеры все большие. Вот, одни подошли вот такие. Суперские. Сейчас даже в прохладную погоду одевать. Будет топать ходить ребенок. Слава богу, будет ноги так у нее не мерзнуть. Вот такие. Тут две штуки. Нас не обманули. Правда. Две. Правый, левый. Заринка стоит, ждет. Так, что там случилось? А он свои снимает. Он уже бегает в них. Это Заринки. Сапожки мы такие. Я выбирала. Зариночка выбирала тебе. Смотри, какие. Вот такие сапожки я взяла. Потому что что-то те хотели взять, тогда мерили. Но мы не стали. Что-то я побоялась, что скользкие будут. Вот эти, вот такие. Так, иди мерей, доставай оттуда во всю и закажешь мне. Иди покажи свои баты. Или не показывай никому нафиг. Вот. Что хорошенькие такие ботики. Это вам сейчас классится. Сейчас. Ну, ты аккуратно не раскрошивай по полу так. Вот с такими постоянно мехом берешь, потом, когда надеваешь штаны, допустим, плохо засовывается. А тут с гетрами, с теплыми какими-то или еще как-то. Ну, решила такие взять на этот год. Вот, тепленькие такие, вроде все. Ну, не впритык, не впритык, чтобы с шерстяным носочком. Это 34-й. На 33-й, 32-й носит. 34-й, но это даже с носком будет хорошо прямо. В печку, Зарин, можешь, в печку зарешь. На, мери сапожки. Так. На свою... Сабрина себе взяла повязку. На повязку свою. На уже есть. На повязку свою, Сабрина. Мерю. Я уже мерить. Мери. Буду. Пожалуйста. Это я себе кофту взяла дома надевать. Кофточка. Ну, маечка, футболочка. Дома ходить. Вот. Мне вроде такой цвет идет. Голубенький какой-то там, еще какой-то. Вот такой взяла. Девушка, которая написала мне в Инстаграм и спрашивала про кисок. Про кисок. Я была в том магазине. Киски еще есть, только я, зараза, забыла про размеры посмотреть. Помните, вы мне написали про кисок? Кофта у вас белая, у меня с кисками, с блестящими, новая. Есть еще такая темно-синяя. Синяя и такие киски блестящие. Есть еще. Мам, все. Вообще отлично, молодец. Клево смотрится. Угу. Давай одну ногу сюда. Держись за стол. Вот. Пальчик найду. Вот пальчик я. Вот он. Вот он. Прям хорошо. Нравится? Да. Мне больше будет вообще клево и нравится. Ладно. Тиши. Так, Сабрина. Сабрине взяли курточку. Ну, это не то, что зима прямо, но до зимы в такую теплую эту можно надевать. Вообще классная куртка. Она, знаете, вот, вот из чего. Рукава. И все, все по ней. Вообще все по ней. В плечах, в рукавах вообще. С поясочком она. Ну, классная. Вообще обалденная такая вот. Прям вообще. Мне вообще нравится.
Ну и ей зато нравится, слава богу. Поясочек туда-сюда, короче, вот так воротничочек. Короче, я ей сказала вот так вот воротничочек, да, с воротничочком. Когда оденешь, блин, где-то там. Вот так вот. Да, это все за... Чем? Я чистая, я не знаю. Вот, шарф. Ну, вот так вот, как под низом вот здесь вот. Уже красный, мне кажется, с черным уже нормально. Будет. Ну, должно быть нормально, сойдет. На, сюда на диван положим. Штаны еще одни. На резинке. Штаны ей. На сменку. А то мы сегодня одни постирали, а вторые, она говорит, у меня нету. Ну и этот я себе взяла. Шнур для зарядки. Вот. Шнур, шнурок для зарядки Иринки. 47 рублей. У этих там. Должно быть нормально. Ну и все, теперь я довольная. Куртку я не нашла Максуду, потому что там какие-то висят курточки. Не особо они мне чего-то. Рукава худые. Ты неправильно надел. Рукава у них худые, без меха. Что-то я не стала брать, торопиться. Чуть-чуть попозднее, неделька, две еще. Потом привезут и посмотрим. Зимнюю ему. Это мой. А что просто так сейчас возьмешь, поторопишься, а потом привезут еще красивее. А ты взял уже такое, да? Не хочу. Это мне что, бабушка дома штаны принесла носить? Это какие-то мужские эти кульцоны. Это же кульцоны она мне принесла. Ну, после ключи я посмотрю. Вот ты пока штаны надела, надень курточку, померяй, я покажу, как на тебе курточка стоит. Иди отсюда, ва! Иди померяй курточку, я людям покажу, как она на тебе смотрится, потому что так непонятно было. Правда, куртка мне вообще понравилась. Ёпарасита. Паразит маленький. Все раскрошил, зараза. Одевай, застегни ее. А тут что-то пятно какое-то. А, это отсвечивает. Да господи ты, боже мой! Это что? Надо! Это ремень. Застегивайся. Нет, это ремень. Это просто зарядка. Зарядка? Да. Для мозгов. А зачем она? Мозги подзаряжать. Мозги хватит болтать. Выдумываете. Зарядка для телефона. Для чего еще это может быть? Как? Если Максут сейчас ее не съест, блин. Ну долго нет. Ты в магазине ее так не мерила, как сейчас прихорашиваешься. Пояс-то завяжи. Ну хотя бы так чуть-чуть его подтяни. И шарф надо красивее было. Уйди, смотри, вот это паразитина маленькая. Я не знаю. Шарф вон лежит. Вот. Клевая. Ну-ка, рукава отпусти. И в рукавах хорошо, прям вообще хорошо. Шарфиком. Попробуй здесь вот так себе намотать. Может, попробуй, хорошо должно быть. Черное с красным, оно бордовое или что там. Сочетается, мне кажется. Или у меня вкус говняный. Или белое с черным. Красное с черным тоже хорошо. Оно же не зеленое. Я думаю, так. Дай мне шарф, долбанный этот. Так вот как-нибудь его. Их же по-разному мотают, правильно? Можно вот по-простенькому вот так. Да где ты, блин, зараза? Вот можем вот так вот сделать. Смотри. Можем вот так вот сделать. Вот так. Треугольник. Подожди. Можем вот так. Вместо шапки. А чё? Вместо шапки вот так вот сделала? Красиво. Тут бурошку и пошла.
тюк-тюк-тюк-тюк в школу. И тепло, и хорошо. И без пипендрёжа. Правильно? Я же говорю. Ладно. Будем решать сейчас проблему, как шарф намотать, блин, зараза. Включи этот интернет, забей шарфы. Там знаешь, сколько способов вот такие шарфы вязать? Всяко научишься. Я теперь уже знаю, что можно что-то забить в интернете и найти. Только не знаю, как забивать. Опять проблема. Правильно, как его стянули вот так вот просто. Она его веревкой вот так сделала тоненько и все. Ты чё? С приветом от тёти Клавы. Да тогда можно было просто тряпку на шею положить и все. Это пышный, чтобы был шарф, красиво надо делать. Всем добра, ребята!